Зи, дорогие дамы и господа, с вами сэр Холмс. Мы продолжаем играть в Morrowind. Летсплеем еще, хотя стримов у нас все больше. Но на самом деле, я считаю, что какие-никакие летсплеинг нам должны оставаться. Особенно таких игр, как Morrowind. Я думаю, они больше всего подходят именно под формат летсплеев. Ну, как и некоторые другие, впрочем, где много текстов, диалогов и так далее. Ну, ладно, не знаю, с чего это я решил поведать. Вернемся к Morrowind'у. Мы находимся в Альтвелотте. Я, кстати, даже не помнил о существовании такой деревушки. Может быть, я в ней никогда не бывал в предыдущих прохождениях. Не погодится тут прямо очень сильно. В принципе, конечно, бывает и посерьезнее погодные условия, да? Но туман мне совершенно не нравится, не позволяет любоваться красотами. У нас заболевание, которое сильно понижает нашу привлекательность и... А мастерство речи вообще никакуще. Но тем не менее, я сумел спровоцировать одну спящую, чтобы она на меня напала. Назвав ее некрасивой, она сразу среагировала. Вот, и меня встречают в любой деревне теперь в штыки. И я решил за это, ребята, горбануть у вас что-нибудь. Блин, как же темно. Хотя бы так. Вот там амулетик, пожалуй. Надо же как-то зарабатывать на жизнь. Вот это да. Ну, я думаю, все брать не будем. Все равно не унесу. А хотя... Как раз все влезло. А тут уже не будем палиться. На самом деле я не думаю, что я найду здесь зелье исцеления болезни моей у торговцев на посту на этом. Так что, наверное, сразу двинем дальше. Я на самом деле шел вообще сюда, в Маарган, но, видимо, не судьба. Да, на самом деле, пока на Салсхейм... Наверное, рановато мне ссываться. Тем более, что я хотел донести до Кая вот эти все кальцинаторы классные. Вот туда я тоже не хочу на самом деле. У меня пока добыча, это вот. Это вот. То, что я награбил. А вот куда сейчас идти? Так, вспомнить бы, откуда я пришел. Хул, гнись, наверное, оттуда, да? Ага, ну да, вот по этой дороге я пришел. О, это что такое? А, помню, там хижина Ашлендера. Ну, ладно, двигаем сюда. Не знаю, на самом деле, есть ли что ловить вообще. В Альтвелотте, по-моему. Как-то там уж совсем все пустенько. Вряд ли там есть квесты. Хочу восстановить немного запас сил, чтобы больше вероятность была попасть максимально. Да что такое? С ума сойти. Ах, да. Забыл поесть. Так, вот, смотрите, перекресток. Хоул, гнись и сальд вилоть. А это значит к теоретическим руинам. О, какой мостик классный. Да или может, знаете, где-нибудь сбагрить добычу всю. И на Салсхейм рвануть. Вот у меня как будто...
Судьба ведет туда. Ну, да, слушайте. Пока мне нравится эта идея. Она, конечно, не окончательная. Давайте глянем, что там за лодочка. Надо, конечно, снять сначала желающих всех. Так. Да больно уж агрессивные эти псы. Так, я тут могу застрять, конечно. Так, ты, надеюсь, не агрессивная тварь? Знаете, у меня такое прям сегодня моровиндовское настроение. Я не сказал бы, что оно было изначально, но вот когда я запустил моровинд, услышал музычку. Ой, смотрите, как тут у нас мертвец. Клейфт. Ну, это типа разорванный на части мертвый контрабандист. Что у него есть? Обычные штаны. А, ну хотя бы давай эти свои всякие щупы. Вообще ничего интересного. О, тут неплохо. Большой камень. Душ. О, кстати, вот это пригодится даже штука. Я думаю, свет кастовать на себя периодически можно. Ну, это фигня. О! Хм. Мне кажется, эта штука здесь недаром стоит. Хм. Я думал, может где-нибудь здесь как раз приземлить добычу свою. Давайте. Ну, сейчас надо немного алхимией позаниматься, раз напоследок, раз я хочу это сбагрить. Так, неплохо. Это, знаете, чисто, чтобы прокачаться. Ага, вот это, кстати, у меня пригодится такое зелье. Ну, конечно же, я его запорол. Ну, как по совместимости? О! Да, фейл. Ну ладно. Всю лишнюю фигню оставим здесь. Будем надеяться, что никто не заметит это место мое. А это что за зелье? А, зелье лечения обычных болезней, которое мне не пригождается, к сожалению. Ну вот, это моя добыча. Так, надо бы сохраниться тогда под особым слотом. Проклятая рыба. Оп. Что-то я застрял, по-моему. Это, кстати, совершенно не темно даже. Ингредиенты — это всегда хорошо. Особенно такие. Весьма дорогостоящие. Тут, скорее всего, просто лагерь контрабандистов какой-то. Большой сундук. Офигеть. Вот это реально классный схрон контрабандистов. Серебряный кинжал. Да, слушайте, богатый лут. А, это уже такое себе. Да, самую дурацкую, я думаю, используем отмычку. А, и как назло, здесь лежат самые дешевые вещи. Это, я не знаю, это так... Контрабандисты прикалываются. Частенько встречаю, что
сундуки заперты на хорошие замки, а в них какая-нибудь фигня валяется. При этом в ящиках каких-то бомжовских вокруг. Реальные штуки какие-то. Ого! Даже так? Блин, он идет сюда прямо. Надо что-нибудь выпить. Не на щит, нет, не то. Левитация, ну-ка. Нет, это не для меня совсем. Вот эту штуку надо будет продать определенно. Купить скорость, ну, можно. Блин, я думал, будет сложнее. Блин, что с вами стало, ребят? Грёбаный-то стыд. Одежда свалена тут. Ой, блин. Иди к чертям. Да, сейчас мы его долго ковырять будем. Это доэдра такой? Сошибись, конечно. В камень душ бы его поймать, конечно. Вот, мне кажется, он меня ушатает с одного удара. У меня этот камень душ... При касании срабатывает только, да? Soul Trap. Да, при касании, но это не вариант к нему идти в упор. 18 зарядов у меня еще хватит, я думаю. Поцелуй матери, ну... Заклинаний в моем обиходе подходящих точно нет. Опа. Огрим. Как у него близко глазки посажены. Бандура, блин. Кожа дедра, вот это круто. Вот скорее шкура, наверное, у него, не кожа. Конечно. О, смотрите, какие тут у нас. Это что такое? Лунный сахар, мясо какое-то. Человечье мясо. Черт. Что здесь производилось? И запивали алкашней. Яд, смотрите, просто яд. А, так, ну давайте заценим. Ну тут на самом деле интересный такой отрывочек. Давайте. Во время года правления, ну точнее, вот и в тот год правления Вульфхарда и его сыновей, великолепие под названием Мордринханин закончило свое существование в этом мире. Представители Ашалмавии, Майел-Кашиши и Альцоты собрались в великую делегацию, можно сказать, или в лагерь в Ширях Асурнабиташпи. Ох, не знаю, что это все значит, но так оно было. Даже Хильбангард и Горок Гусал снизошли из своей кузни, и на какое-то время огни Анунаби затихли. Вот, но это какая-то религиозная хрень, я так понимаю. Причем раз у нас Вульфхард здесь присутствует,
Это какая-то прям, знаете, исходная религия, так сказать, базовая. Вот. И таким образом, на 9-й день траура множество рабов и врагов были принесены в жертву. И кубок, блин, а что, passage... А, кубок прощания, наверное, был замиксован согласно указаниям формулы Ханина. Берем две части крови предателей, одна часть сердца Даэдра, одна часть смешанных биттергрин, горькозеленых петалов. Это все смешивается. Это получается одна часть. Смешиваем мы метрогрины, вот эти петалы, соли пустоты, зеленый лишайник и костную муку. Потом к этому добавляем одну часть лунного сахара и 5 частей флина. Да, нормальный такой коктейльчик. Объединяем кровь, сердце, лунный сахар в большом эбонитовом перегонном кубе. Разжигаем огонь из костей предателей, потом конденсируем все испарения в большую эбонитовую колбу. Если вам нужен горячий напиток, процедите содержимое через кожу скампа и смешайте с флином в большой кружке, медленно, неторопливо растирая это все. Это ступкой, ну, пестиком, короче, палочкой стеклянной. А если вам нужен охлажденный напиток, то размешайте все в колбе с чистым скайримским льдом и бодренько встряхните. Процедите затем через, не знаю, что это такое, крылатые сумерки. Ну да. Через, точнее даже, мембрану крылатых сумерек. Это, наверное, какой-то монстр. И подавайте в инкрустированном различными камнями драгоценными кубке. Пробуждение принесло большой успех, потому как такой напиток убил большое множество гостей, и таким образом Мордрин Ханин получил множество компаньонов при переходе в следующий мир. Вот такая вот история. Кто тут пытался это воспроизвести? Смотрите, вот две части мяса. А тут какие-то лишние уже ингредиенты. Вот лунный сахар. Это имеется в виду кровь предателей, наверное. Вот. Блин, что они тут делали? 5 флина они, конечно, не нашли, похоже. Потому что бомжи, наверное, были. Проклятые. А трупы тут погнили. Гребаный стыд, короче. Вот только гляньте туда. Скелеты висят. Куда я попал? Даже музыки нет. Блин, капец. О, классно, левитация. Возврат. Свиток вступления в лигу, чё? О, свиток элементарного пламени, что-то такое. Элементальный. Ну, короче. Элементальный взрыв и все. О, и тут еще, смотрите-ка. А, урон огнем, сопротивление огню. То есть урон холодом там был, по-моему. Так, ну и что, самое интересное. Давайте самый бомжовский прям дурацкий щуп. Вот такой. Ожидаемо, ожидаемо. Вот так-то. Так, и отмычку какую подобрать? Ну, вот такую, наверное. Не самую плохую, но и не мастерскую.
Оптимально. Готовка трупов. Ну, это надо взять, конечно. Великая тьма нам не нужна. Ну, это можно сейчас прям принять. У тебя... А, прикольно. Увеличил свое прыгание. Ага, это на поверхность выход. А, вот как значит. Я-то думал, это секретная какая-то база контрабандистов, которая вход такой потайной. Ах, посмотрите, кто-то там. Пленник, черт возьми. И как до него только с левитацией добраться можно. Гребаный оккультист и сундук наверху вон. Остальные копья. Они протыкали этими копьями всех, что ли? Гребаные вы садисты. Злобные нелюди. Ну а тут очень хорошие такие находочки, реально, должен сказать. Давайте щит возьмем тоже на продажу. А, это чей-то трон вообще. Это, наверное, Грим тут сидел. Скумов, блин. Ну да, он какой огромный тут кубок у него. Блин, я, наверное, рано принял зелье прыжков, оно бы мне сейчас тут пригодилось. Сам-то я, наверное, не долечу, да? А, ну тут есть это свиток левитации. А, так я дотягиваюсь. Ладно, потом прочитаем. Ну, такое. Враг Аркей, это мы читали. Ну что, полетим к этому парню-то? Надо слетать, проверить, что он там. Так, а где там у меня еще были зелья левитации? Это самопальное, что лучше? Ну и, кстати, лучше. Ну, парень, признавайся, что тут произошло. Прям открывайся. Инволд? Инволд? Инволд, что ты тут делаешь? Пожалуйста, пощадите. Я всего лишь колдун при исполнении, но этот Огрим вышел из-под контроля. Из кампы перебили всех компаньонов. И подали мне их, ну, типа, на обед. А еще раздели меня и заставили напялить этот наряд. Вытащи меня отсюда, пожалуйста. Достань мне зелье левитации. Там есть несколько. И я дам тебе эту очень привлекательную юбку и эту замечательную шапку. Ты чё? Какие? Зачем мне? А, мне жаль, очень жаль. Они заставили меня носить это. Я не знаю, откуда это все взялось. Возможно, один из маленьких скампов... Одного из маленьких скампов заставили носить это в каком-нибудь ужасном колодце Обливиона, когда я призвал его. Но и должен признать, это довольно... ну, типа, наверное, справедливая оплата. Так, и про юбку. Ну, да, они раздели меня и заставили носить ее. И не очень-то комфортно мне здесь.
Она сделана весьма неплохо, на самом деле, но на самом деле, наверное, стоит больше. Ну, блин, у меня есть зелье левитации. Спасибо за зелье левитации. Очень-очень сильно. Если не возвращаюсь, я здесь просто подойду, пока все не уляжется. Но, как я обещал, вот. Тебе юбка и... Слушай. Можно выбрать. Блин, давай все еще. Спасибо, спасибо тебе снова. Я хотел бы дать тебе более подходящую награду, но действительно очень благодарен тебе за помощь и больше никогда не свяжусь с контрабандистами и с кампами. Никогда. Будь здоров, чё. Так. Ну, блин, обычные шапки. Обычные юбки. Нашел, блин, тоже чем наградить меня. Да, ты гребаный стыд. Я, получается, все тут уже осмотрел. Ну, выйду, наверное, я потуда. Да, уж вот лол-то. Да уж, еще и ночь на дворе. Надо переночевать там. Вот здесь подходящее место. Там-то внизу воняет мертвечины. Тут еще более-менее можно проспаться. Блин, забываю, конечно, практиковаться в магии. Плохо это. Вот, смотрите, пропал. Ну, достаточно покинуть локацию и вновь на нее зайти, и персонаж исчезнет. Да что такое ты будешь делать-то? Видимость лучше не стала. И уже на меня нападает кто-то, да? А кто, черт возьми? А ну иди сюда, покажись. Черт тебя возьми. О, кстати, стало лучше. Проклятые микс гончие. Че ж я промахиваюсь-то? А ты не чумная, не? Не, нормально. Вообще надо бы пополнить у меня запасы всяких этих самых стрел, болтов. Блин, я иду, то не в ту сторону, оказывается. Надо чуть вернуться. И все-таки кто-то на меня упорно нападает. Проклятые. Я не пойму, кто. Вот хоть убей, не пойму. Ну там, ой. Туда дороги вообще нет, значит, и не было. О, дурзок, или как там его. Опасная херня. Наверное, лучше быть поаккуратнее, да? Вон, да, там лодку я оставил. Со своими классными штуками. Ага, холд в ту сторону. А, в принципе, у нас тут... О! Блин, все-таки вот как жить опасно в этих местах, да? Пошел там на речку подмыться, и тебе пол задницы откусил какой-нибудь дрёук. Вот это жестко. Блин, он же так меня спалит, но я хочу этот крэш-вид.
Травку хочу. Опа, вот это похоже чумная гончая. Да-да-да, она и пожирней. Да, больше не буду трогать. Научен уже жизнью. Кстати, наконец-то туман этот спал уже. Опа, построечки вижу. Так, ты, надеюсь, не бешеный Ашлендер? А? Ну, понятно все, блин. Блин, все, у меня нервы сдают уже. Лечиться надо. Так, это фигово, надо что-то предпринять. Свиток какой-нибудь. Так, во, отлично. То, что надо прям. Сейчас, сейчас. Во, наверное, лучше даже... На! Давай, посмотрим, кто тут лучший лучник. Ты косой. Ой, стрелы-то кончились. Нечестно в упор стрелять. Фух, ёпрос это. Гребаные ашлендеры. Придется его лук взять. Потому что кончились стрелы у меня, в ближнем бою я никакой просто. Ботинки, может ботинки, а, у меня ботинки-то нельзя носить. Не могу я. Ух ты, хитиновый длинный меч какой прикольный. И чё, этим ашлендером не живется? Заразы. Дайте колечком полечусь. А, ты хул уже, я полагаю. Блин! Чертям, а? Крысёныш. Это боичуха на фреслинга, блин. Умею уворачиваться, чувак. Позорник. Ну что я тут налутал? Давайте смотреть. Все возьмем на зелье. Сундучок. Что-нибудь может так слопаем. Вот такую отмычку. Отлично, на последнем издыхании. Ну ладно, это мне на зелье лечения. Ненавижу костры в этой игре, ненавижу. Все, цивилизация, да, похоже? О, шахты, да? Яйца шахты. Ну да, видимо, это хоул. Пойдем спросим, туда ли я пришел. Ну, я думаю, туда, потому что что это еще может быть? Гриф Суджама Мацт. Серебряная бочка. Выглядит классно. Так, ну, надеюсь, тут посговорчивый народ. Так, бретон хозяйка, это уже нормально. Иди, говорит от меня, ты болен. А, скума, еще скуму принес, больной, уродливый, со скумой. Нафиг такой нужен, да, скажи? Да, все еще со мной никто не хочет разговаривать-то. А что делать-то?
Смотрите, какие тут классные двери. Стража. Ну, им я вообще не нравлюсь прям. Еще меньше нравлюсь, чем обычному люду. Серьезно, не будешь торговать со мной? А, подожди, скума. Ну, давай попробуем скуму выкинуть. Вот она. Все равно же скажешь. А, нет, смотри-ка. Есть у тебя зелье? Нет у тебя зелий. Черт возьми. Ну, ладно, дорогие дамы и господа, давайте пока на этом закруглимся тогда. Я тут еще подумаю, как выйти из положения. Ну, по крайней мере, да, если даже не придумаю, хотя бы тут разберусь с инвентарем и все такое. А дальше уже с вами продолжим исследовать Хул. И, может, сразу отправимся в Салцхейм, посмотрим. Ну, пока еще раз спасибо. Это был канал Благородных Сэров. Сэр Холмс, Моровинд. Всем спасибо и пока.